Всем привет! Сегодня приготовим очень вкусный, ароматный яблочный пирог с корицей. В миску наливаем теплую воду. Добавляем сухие дрожжи, сахар, щепотку соли. Немножко перемешиваем и оставляем на 5-10 минут. Теперь добавляем просеянную муку и начинаем замешивать тесто сначала ложкой, дальше руками. Хорошо вымешиваем и добавляем растительное масло. И продолжаем вымешивать, чтобы масло полностью впиталось в тесто. Накрываем тесто и оставляем для поднятия. Тесто перекладываем на стол. Вот так обминаем в середину. Немного стол и тесто припыляем мукой и раскатываем в тонкий пласт. Противень, в котором будем выпекать пирог, смазываем растительным маслом и перекладываем в тесто. Далее нарезаем яблоки на вот такие дольки и выкладываем по кругу на тесто. Посыпаем сахаром . Далее вот так по кругу заворачиваем и закрепляем тесто. Сверху полностью хорошо присыпаем корицей. Отправляем в духовку, разогретую на 180-190 градусов на 25-30 минут. Пирог полностью приготовился. Дадим ему немножко остыть и посыпаем сахарной пудрой. Корица и яблоки – идеальное сочетание для пирога. Постный яблочный пирог получается мягкий, ароматный и очень вкусный. Обязательно попробуйте приготовить. А кому понравился такой рецепт, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем приятного аппетита! Всем пока!